род вашего занятия на территории Бельгии? На территории Бельгии? Да. Я там жила, в Бельгии. И чем вы там занимались? Я работала в модельном агентстве, училась. В модельном агентстве, да, работали? Да. Какова тогда ваша связь с эскорт-сайтами, которые занимались там эскортом и сексуальными услугами? Я занималась продвижением сайтов и периодически, то есть как бы то одним, то другим я продвигала сайт. В каком смысле вы продвигали сайт? Продвигала это, допустим, я выставляла линк, баннеры, расставляла ссылки на различных сайтах. И, соответственно, стоял мой номер телефона, но это когда меня просили, когда не было, потому что я говорю на трех языках. Я иногда отвечала, но это буквально было недолго, то есть что я там отвечала, как бы говорила, сколько стоит рекламироваться на сайте. То есть, и таким образом... В какой период вы занимались этим? Ну, я периодически, я не всегда, потому что, то есть это не мой род деятельности вообще занятия, то есть я периодически. А какой ваш род деятельности? Ну, род деятельности у меня такой, то есть как бы я делала раньше веб-сайты, потом я не делала, потому что у меня муж работал, то есть я сидела просто дома и училась и так далее.